Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в Dark Souls, и сегодня буду играть за рыцаря. Так, я вспомнил, короче, я бежал для того, чтобы купить зеленый титанит у кузнеца. Ой, почему вас двое? Я же максимально левее взял. Чтобы лишь бы не сагрить второго стражника великана. Слушай. Опа. Слушай, ну-ка. Да кто-нибудь уходите назад, а кто-нибудь иди сражаться со мной. Один отступает, другой идет вперед. Что за фигня? И вдруг резко второй решил тоже идти вперед. Все-таки. Ага, я даже с одной рукой вас убью очень быстро. Что из вас выпадает? Великанская алебарда. Ага. Все-таки ушатал. Так, давайте за спиной у них будем стоять. У него, точнее. У них слабое место, это вот этот. Под ногами, короче. Потому что они под себя удар не могут наносить. По морде получай. Ой, а вот это уже плохо. Вот прикольно, он колющий удар наносит. Но... Не-не-не-не-не, так не годится. Почему я промахиваюсь? Вот все, назад ты отходить не будешь. Забор тебе не даст назад отойти. Вот мне нравится вот такой вот удар, колющий. Подождите, это же не так. Подождите, может это... Нет, он почему-то не сработал. Короче, такой бежишь. И... Да нет. Он же колющий удар прикольно наносил. А, или это только... Или это другой меч был. Похоже, другой меч был. Привет. Ковать я могу. Сил у меня хватит. Так, мне не нужно ковать, мне нужно купить. Осколок зеленого титанита. Оружие магии, небес огня. Окей. О, мерцающий титанит можно купить. Подождите-ка. Усилить оружие. Меч черного рыцаря. Ну да, мерцающий титанит мне нужен. Мерцающий титанит придется покупать еще у тебя. Слишком дорого, да, конечно. Приходи еще. Слишком дорого, но ничего не поделаешь. Ну, привет. Ковать я могу. Силы у меня хватит. Хотя, в принципе, я знаю то, что мерцающий титанит... Где можно достать мерцающий титанит? Ну-ка, зуб дракона. Драконья чешуя. Это вообще очень тяжело найти. Приходи еще. Так. О, косточки возвращения у меня есть, отлично. Сейчас я сделаю, короче, оружие небес и отправлюсь к скелетам.
Так, новый уровень. Ну, мне надо силы прокачивать для того, чтобы крутой щит в руки взять. Так, подожди, я же сказал же перенестись. Так, уезд нежити. И снова здравствуй. Похоже, у тебя все в порядке. Тебе нужно что-нибудь выковать? Да. Мне нужно усилить оружие. Ой, не усилить, а... Извините. Мне нужно оружие небес. Так, это же... Палаш небес. Полуторный меч небес. Блин, урон будет пониженный, конечно. Не 157, а 106 всего лишь. Но зато я смогу скелетов убивать. Все. Отлично. Не дай себя прикончить. Так, я чуть не собрался пешком бежать. Короче, я собрался пешком бежать, а у меня чаша-то есть. Я забыл то, что у меня есть уже чаша на этом персонаже. Так. Большой меч, это не то. Мне нужен полуторный меч небес. О, нет, в качестве второго оружия. О, я могу и так бегать. С двумя оружиями могу я нормально теперь бегать. Так, ну скелетов лучше сразу разрубить. Ух ты, с одного удара убивал. Я сюда уже слишком перекачанным пришел. Ты пинаешься. А, так я его и так ваншочу. Даже большого скелета могу сваншотить. Мне это нравится. Так. Полуторный меч. Сразу двоих. Так, ну ладно, эту же локацию будешь штурмовать вообще очень легко. Потому что скелеты больше воскрешаться не будут. Ну, единственное, что когда я возле костра посижу, они воскрешаются. О, видно сразу мульные такие текстуры. Вот там проработано, потому что я там вроде прибегаю, да? А вот это уже за пределами карты вообще все мульное. Так. Я знаю то, что здесь рыцарь будет. Ой, то есть этот какого? Скелет. Что так мало-то? Так, отлично. Ну, все равно я его быстро убиваю. Так, это скелет... Это, то есть, щит от того скелета, которого я сейчас только что убил?
Так, тут где-то есть скелеты, которые сейчас будут собираться. Вот они. А, я же кольцо Хавала не получил, да? Или получил? Подождите. Нет, я в прошлой серии получил кольцо Хавала. Он меня парировал. Так, ладно. А теперь остался всего лишь один некромант. Вот и сейчас мы его убьем. Вот и все. Так, ладно, пошли дальше штурмовать. Так, эти скелеты уже погибают вроде как, если я не ошибаюсь. Да, они должны погибать. Я же убил некроманта, который их воскрешал. Так, ну-ка иди-ка сюда. Так, ой, блин, сейчас некромант же будет меня шмалять своими огненными шарами. Так, вот все, начал шмалять. Он пиромант. Некромант, пиромант. Так, минус один. Минус два. Сейчас самое главное до пироманта добраться. Куда побежал прятаться? За спиной скелетов прячется. Тебе не спрятаться за спины скелетов. Ой, откуда ты тут взялся? Насколько я помню, вас тут никогда не было. Так, ну и куда ты теперь будешь убегать? Понятно. Все дальше и дальше бежит. Все глубже и глубже. Ну, что ты теперь скажешь? А теперь я буду сражаться со скелетами. Смотри, как я их легко убиваю. А, блин, надо было в две руки взять оружие. Блин. Так, ну-ка. Ну ладно, как хочешь. Парировал. Ну, атаку слишком слабую провел. Так. А где еще некромант? Куда он убежал? А, бежит, бежит. Получай.
А куда ты сейчас будешь убегать? Мне вот это вот интересно. Куда бежишь? Куда бежишь? Вот и все. Этот спрыгнул, чтобы его лишь бы не убили. Ну ладно, я не буду тебя трогать. Не хочу возвращаться. Так, вот тут-то я знаю то, что скелеты не... скелеты воскрешаются. Ну, мы сейчас вот эти вот головы, блин, взорвем, чтобы они мне не мешали драться в будущем. Не понял. А, ты тоже собираешься. Так. И спрыгнул вниз. Ну и ладно. Довольно-таки легкая локация, если у тебя есть оружие небес. Первый раз, когда я проходил, я сюда, блин, перешел без оружия небес. Я вообще не знал, что да как устроено здесь. У-у-у. Наш старый знакомый. Блин. Ну, 10 фляг цесусом должно хватить, блин, для того, чтобы добежать до самого некроманта. Слушай, некромант, беги отсюда. Беги, я сказал. Ты ведь сам не убежал. А куда все скелеты делись? Так, ну ладно, проваливаемся. Так. Вот этого я не ожидал. То, что мне придется Эстус использовать. Опа. А интересно, а если я со щитом буду бежать? Не... О, ящерица! Мне нужен мерцающий титанит. Так, сейчас я надеюсь, я убью эту ящерицу. Их даже две! Блин, не тот меч. Два мерцающих титанита. Плюс еще один уровень оружия. Так, теперь вторую сейчас выловим. Два мерцающих титанита. Отлично. Так, подождите. Да, не наносит урон. Так, ну мне сорно одного мерцающего титанита. Подождите, и два надо было. А, еще одного мерцающего титанита мне не хватает. Надо где-то найти. Но здесь-то я уже был. Не понял, я же возле костра не сидел. Почему вы воскресли? Почему скелеты воскресли? Ну и ладно. А, вы уже смертные. Ну хорошо.
Значит, вас можно с одного удара убивать. Так, ну-ка. Это разве удар? Вот что называется ударом. А ты что там делаешь? А, так вы этот. Ясно. Тут же еще один некромант. Отлично. Ну, давай, иди поближе. И... Отлично. Кто следующий? Так, тут еще один есть скелет. Так, ладно. Так. А я, кстати, знаю, как к некроманту попасть. Так, некромант вроде должен был быть здесь. Так, а дальше мы... Дальше мы к кузнецу спускаемся. Куда меня вот это приведет? А, сразу сюда. Так, мы можем спуститься и сразу убить некроманта одного. Поднимается уже сюда скелет. Ну ладно. Поднимайся, поднимайся. И что ты застрял? Как ты... Как вы удары вообще наносите? Почему мне больно, когда вы вообще спиной ко мне повернуты? У вас какое-то защитное поле, что ли? Так, мы сразу сейчас убьем лучше некроманта. Вот и все. А скелеты не воскресятся.
Так, теперь обратно вернемся. Надо еще будет с Гудковым поговорить. Так, вы, ребята, взрывные головы, давайте взрывайтесь побыстрее. Я бы не хотел бы от вас урона получить. Давай, взрывайся. Короче, я не знаю, какой некромат на вас действует. Тот, который... Где клад лежит? Или тот, которого я убил. Так что я лучше вас убью. Ой. Так что я вас лучше убью нормальным мечом небес. Так, вы точно бессмертные будете? Потому что я знаю, кто вас воскрешает, в каком месте он стоит. Парировал. Это разве атака, блин? Ты прям парируешь, как я парировал хавала. Вот точно так же было все. Клад. Ну да, я знаю, что там клад. Сейчас мы потихоньку разберемся со скелетами. Ага. Да блин, хорош. Так. Сейчас мы лучников убьем. Так, я вернулся, мне нужно было отойти ненадолго. Так. Блин. Дай мне нормально подняться наверх. Да что ты творишь, а? Ага. Что, не нравится, да? Так. Вот и все. А тут сверху никого нету, да? Никого. Так, тут сейчас громадный скелет будет, но он тоже, наверное, воскрешается. А давайте, чтобы его не воскрешали, я сейчас просто схожу сюда. Убью пироманта и вернусь. Так, а где скелеты-то все? О! Так. А, сюда это обратно вернуться. Так. А, давайте я сначала скелета убью большого. Так, и где он тут стоит? Ага, вот он. Вот и все.
Вверху. Так дай мне наверх-то забраться. Чудо медленная мирная прогулка. Один. Так, а куда это я упал? А, все, я понял, куда я упал. Так, что-то я куда-то не туда бегу, походу. Или туда. Скелет. А, так я обратно. Нет. Или да. Подожди. А, все, я понял, куда я бегу. Все верно. Правильно я бегу, короче. Вот этот скелет, который упал, для того, чтобы я его не убил. Все. Сейчас мы к лоскутку сходим. А что я ходить-то можно сразу, короче, сейчас. Вот так вот. Ага. Теперь я знаю то, что у нас здесь костер спрятан. Ну, 5 флаксесуса мне должно хватить. Приветствую, похоже, ты вполне в своем уме. Что ты делаешь в катакомбах? Ты клирик или что-то в этом духе? А, нет, я не клирик. Нет? Пожалуй, это странно. О, я знаю, в чем дело. Тебе нужны амулеты, правильно? Ну, что бы там ни было, это опасное место, так что смотри под ноги. Так, короче, сейчас мы... Угу. Ой. Он меня чуть не убил, реально, блин. Сейчас я пойду с ним разбираться. Так. Ай, ой. Так, как это? Так, и как твои дела? Видишь ли, я дернул тот рычаг. Надеюсь, тебе это не доставило лишних проблем. Неприятностей. Нет. Неужели? Понятно. Значит, все в порядке. Я верный лоскуток, единственный и неповторимый. Ты и я просто изгнанные мертвецы, правда? Правда, дружище? Мне кажется, что я отвечу да, что отвечу нет. Тебе это не доставило проблем? Да, не доставило. Нет, не доставило. И он вроде то же самое же говорит. До встречи. Мы еще с тобой встретимся. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.